Сегодня первый день, когда я посадила семена. Я думаю, за это надо выпить. Весна уже пришла в мой огород, в мой сад. Я посадила семена в высокие грядки и приготовила себе жареную картошечку, и надо выпить 150 грамм вина, который остался еще с Нового года. Так что приятного аппетита за весенние посадки, за приход весны. Наконец-то я дождалась. Я так люблю весну, когда все цветет, когда все зеленеет. Думаю, все это любят. Природа оживает. Так долго мы ждали весну, и вот весна пришла. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии.